Продолжение программы. Роберт Шуман. Концерт для скрипки с оркестром. Ре минор. В трех частях. Солист Иван Почекин.
Thank you.
Thank you.
Мы начинаем второе отделение концерта и надеемся, что после антракта вы опять выключили мобильные телефоны. Рихард Штраус. Концерт номер один для валторны с оркестром. Ми-бемоль-мажор. В трех частях. Солист Радек Бабурок. Дирижер Чарльз Оливьери Монро.
Thank you.
В завершение программы Александр Скрябин. Поэма «Экстаза» исполняет Национальный филармонический оркестр России. Партия органа, заслуженная артистка России Людмила Голуб. Дирижер Чарльз Оливьери Монро.
Thank you.